Всем привет, приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет», рассмотрим серию выдающейся личности Украины, монеты Украины, с медно-никелевого сплава, монеты Ивана Гиенко номинал 2 гривны, 2007 года, описание и стоимость монеты. Посвящена выдающемуся украинскому ученому, общественному и церковному деятелю Ивану Агиенко, 1882-1972. Иван Иванович Агиенко, филолог, тираторознавец, основатель и ректор Каменец-Подольского Украинского государственного университета, был министром образования и министром вероисповедания Украинской Народной Республики. Иван Агиенко сделал значительный взнос в развитие украинской культуры и языкознания. На аверсе монеты на зеркальном фоне в центре размещена надпись «Национальный банк Украины», над которым малый государственный герб Украины под надписью в три строки номинал и год чеканки монеты 2 гривны 2007, а также 4 треугольных сектора, которые украшены растительным орнаментом в стиле барокко и логотип монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображен портрет Ивана Агиенко, справа и слева от которого на рикутних сегментах размещены годы жизни 1882-1972, внизу слева полукругом надпись «Ивана Агиенко». Рыночная цена на 9 июня 2020 года монеты. $3 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Удачи всем!